Районный этап областного конкурса творческой молодежи «Арт-тур» состоялся 6 апреля в Доме культуры «Молодость». Конкурс «Арт-тур» призван выявить лучших из лучших представителей творческой молодежи. В Искитиме эту замечательную идею поддержали и воплотили на сцене. Увидеть, какая она творческая молодежь, не только в крупной сибирской столице, городе Новосибирске, но и в каждом уголке нашей большой Новосибирской области. Сегодня мы с вами присутствуем на нашем муниципальном этапе этого творческого конкурса. И те, кто покажет себя с наилучшей стороны, пройдут дальше. Но что особенно приятно, что такие конкурсы – это не только возможность победить, но и возможность увидеть то, чего достигли другие. А значит, чему-то научиться, и значит, сделать еще один шаг вперед. Уважаемые почетные гости пожелали участникам удачи и дали старт выступлениям. В состав жюри вошли заслуженные деятели культуры, которым предстояло оценивать конкурсантов по трем номинациям – вокал, хореография и художественное слово. А я стою на самом краю скалы. Над пропастью. Понимаешь? И мое дело ловить ребятишек, чтобы они не сорвались в пропасть. Понимаешь, они играют и не видят, куда бегут. А тут я подбегаю и ловлю их. Вот и вся моя работа. Стеречь ребят над пропастью во ржи. Знаю, глупости, но это единственное. Выходя на сцену, ребята перевоплощались в своих персонажей, используя силу характера, обаяние молодости и безграничные возможности своего таланта, приковывали к себе внимание аудитории. Отец две лавки имеет. Хотя брат шарлатан, но она такая брюнетка, что даже удивительно. Вы завтра свободны? Можно завтра же и поехать посмотреть. Так, сюртук. И первый совет. Если нет, можно купить готовый. Адрес, магазин, аппарат. Наша фирма. Господин Царский, ей-богу же, я не хочу, не могу жениться. Богат Искитим дарованиями. В арт-туре зрители и жюри увидели, как успевших себя зарекомендовать певцов, чтецов и танцоров, так и новые россыпи звезд. Насколько разносторонними являются увлечения ребят, настолько широк спектр тем, волнующих их юные творческие сердца. Искренне и душевно молодежь раскрывала самые глубокие художественные произведения. Батарея! И уже при дне.
посреди земного шара, левее безымянного бугра, горели неправдоподобно жарко. Четыре черных танковых костра раскатывалось эхо над полями, боль медленной кровью истекала. Зенитчицы кричали и стреляли, размазывая слезы по щекам, и падали, и поднимались снова, впервые защищая наяву и честь свою в буквальном смысле слова, и родину, и маму, и Москву. По условиям районного этапа областного конкурса «Арт-тур» тем, кто займет первое место, предоставится уникальная возможность отстаивать честь города в полуфинале на базе трех муниципальных образований Новосибирской области. Вот эти счастливцы. Первое место в номинации «Вокал» занял ансамбль «Звуки радуги». В номинации «Художественное слово» победил Иван Урбанович. В номинации «Хореография» победу одержала студия современной хореографии «Джаз-коктейль» «Хобби-класс молодых мам». Поздравляем ребят и желаем им удачи и вдохновения в полуфинале!